Такой семинар для педагогов учреждений дошкольного образования проводится в Бресте впервые. Он посвящен развитию интереса к чтению белорусской литературы детей дошкольного возраста. В качестве площадки для проведения семинара Брестская городская детская библиотека выбрана не случайно. В ее фондах порядка 70 тысяч детской литературы, значительная часть из которой на белорусском языке. Вот только эти книги юные посетители читать не хотят. Не очень, с большим желанием. Не так часто юные читатели берут читать книги на белорусской мове. Возникают и такие трудности и в чтении, и в произношении, и в понимании текста. И вот сегодня на базе нашей детской библиотеки собрались педагоги дошкольных учреждений, библиотекари наших городских библиотек, филиалов, чтобы обсудить такие проблемы, как приучить ребенка к чтению, не просто к чтению, а к чтению белорусской литературы, какие методики, какие технологии при этом использовать, чтобы ребенку это было очень интересно, увлекательно и занимательно. Библиотекари уверены, та ситуация, которая сегодня происходит в стране с белорусским языком, требует другого подхода, иных форм и методов работы с маленькими детьми. Задача семинара – поделиться наработками и методиками, которые успешно применяются в библиотеках. Для того, чтобы мы смогли скоординировать наши усилия именно в деле поддержки белорусского языка и литературы, особенно это актуально, вы знаете, 21 февраля будет Международный день родной мовы, и мы планируем очень большое интересное мероприятие – тыдень или неделю белорусского языка и литературы вот здесь, в Центральной городской детской библиотеке. У нас, например, работают белорусскоязычные группы, как мы их называем, белорусскомовные, где полностью весь процесс проходит на белорусском языке. У нас на каждом методическом объединении для педагогов дошкольных учреждений проходит часть на белорусском языке. Мы очень ценим сегодняшнюю встречу. Мы очень давно хотели этой встречи, потому что именно библиотека, мы считаем, также проводит дальше в жизнь вот эти планы реализации белорусского языка, литературы и культуры. Готовых рецептов научить любить белорусское чтение, конечно, нет. Да и вообще к такому делу нужно подходить с креативом. Книги в форме светильника, альбома, рушника, яркие, с крупными буквами, образ и картинками. Все это для того, чтобы ребенку было интересно и увлекательно знакомиться с произведениями литературы. И это лишь один из десятков методов научить детей любить читать на белорусском языке, который практикуют в городской детской библиотеке.